Рассвет – прекрасное время для утренней зарядки. Я не бухал. Я просто... Мне 40 лет, я просто просыпаюсь и не могу себя узнать в зеркало. Я не бухал. Ой, красота! Выходишь такой, смотришь и думаешь, красота-то какая! Пойду займусь зарядкой. Зарядкой утренней. Олень. Ну, считаешь, до 5 и идешь. Угу. Туда или сюда? Может, туда? Так, а что здесь? Блин, красиво. Все-таки зарядку лучше делать на берегу моря. Если море есть, ищите море и делайте зарядку. А если нет, представьте, что вы на море и делаете зарядку. Сегодня у нас занятие с мастером тай-чи. Впервые у меня такое. Хочу попробовать. Потом расскажу. Doesn't look at me, huh? Change the chest. Take this guy. Imagine your finger, just like the tree leaves, can touch the grass. Ashra, not gum hashra. What is gum hashra? Too much. So here, look at this, okay? Take the coral energy. Breathe out bad energy. That's that way. Okay? Go. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Oh. Oh, yes. Go. Breathe in. Yes. Breathe in. Okay, again, go, breathe in. Okay, turn. Go, breathe in. Just like you're inside ocean, use your hand, arms to touch water, okay? Go, change. You can do this one in ocean, swimming pool. You can open shore, keep shore. Okay, good. Super. Two, three, four. Okay, change. One, two, three, four. Okay. Two, three, four. Yeah. So I can help you out. One, two, three, four. One, two, three, four. Too happy, okay? It can be happy, Tai Chi.
One. Not like this, okay? One. Слушайте, правда, настроение прибавляется. То есть вот энергия хорошая, когда вот это все по эмоциям прошел. Я вам потом более подробно расскажу про тай-чи. А по ощущениям очень-очень-очень хорошо. Мула. Как же это прекрасно с утречка поплавать. И да, друзья, пожалуй, я должен вам отель показать. Здесь реально вокруг лес, и всякие белки прыгают, и даже иногда, говорят, приходят обезьяны. То есть вот лес отгорожен просто проволочкой. Отель реально огромный, по нему даже ездят багги, чтобы доставлять гостей из одного конца в другой. А корпуса сделаны такими отдельными этажами, что создается впечатление, что у тебя целый этаж. Здесь много уровней, и каждый корпус находится на каком-то отдельном пригорке. А утренняя пробежка по этим дорожкам составляет более 5 километров. Причем разные уровни позволяют нагрузиться как следует. Кокосы растут прямо на территории, их собирают и готовят в ресторане. Здесь есть где погулять, побродить, уединиться, посидеть. Есть водные активности, сап-борд, каяк, волейбольная площадка, ну, естественно, спа, тренажерный зал, много ресторанов. Собственный пляж, а недалеко, вон там военная база, и поэтому здесь вообще нет лишних людей. Единственный минус – это дно усыпано кораллами, и поэтому дают специальные тапки, чтобы зайти в воду. Тапки надел, пойду проверю дно. Ну вот без тапок заходить вообще нереально, но зато живые кораллы и очень чистая вода. Солененькая. Кстати, да, очень прозрачно. Красиво, но глубина начинается только там, где камни. Вон, слышите, как раз кокосы спиливают. И невероятное количество бассейнов и локаций для фотосессий.
И даже зона с песочком для детей, я такой вообще впервые вижу. Пришли на завтрак, тут говорят лучшие завтраки на острове. Доброе утро. Ты хорошо выглядишь с утра. Даже тебя не стыдно людям показывать. Арбузный сок. Арбузный сок для Оксаны. Да. Мишенька. Парфе. Парфе. Наверное, это вкусно. Там туда не ходи. Туда не ходи, там булки. Ты сюда не ходи, туда ходи. Там он. Порежешь? Я? Тебе? Да. Не, мы такой не едим. Различные каши, выбор каш, соевая каша, рисовая каша, лапша, овощи. Посмотри, там червяки. Все-таки взяла колбасу, я никому не скажу. Это не колбаса, это помощь. Какие-то овощи у тебя. Китайские. Тофу. Что у нас здесь? Непонятно. Нудлс. Лапшичка, супчик. Честно говоря, все вот эти вот завтраки, я беру обычно яйца и иногда кашу. А вот это все разнообразие, оно, мне кажется, это раздражает. Нашел то, что надо. 3 eggs, please. With 3 eggs. 3. Yes. Yes, right. Sunny side down, that will be easy. Булки, плюшки, вафли. Это не про нас. А вот это можно себе предложить. Fruits. Fruits is good. Красиво. Какое-то китайское красное яйцо. Фруктики. Ну, местные штуки. Ксюха себе вон взяла тоже. И вот такой у нас вид прекрасный. После завтрака надо полчасика поваляться, чтобы все усвоилось. А потом пойти в зал. Зал — это же святое дело. Вот вы скажете, мерзкая тварь, скотина жрет, лежит на солнце. Ну, правильно думаете? Да. Шикарный зал, техноджим, оборудование, кажется, есть, найдем чем заняться. Здесь водичка в холодильнике, чистые полотенца, пресса. Кстати, пресса надо покачать. Hi guys, у меня все nice, мировые весы, 82. Я уже слегонца размялся, потеется хорошо. Значит, разминаться много не надо, и так тепленький. Буду тренироваться так, как мои ученики в школе Optimum Fitness. Проверю, что я им написал на следующую неделю. Как пойдет. Чуть-чуть трицепс, и работаем в такой манере: один подъем быстрый, опускание медленное, подъем на секунду, опускание на две. Снизу вверх,
снизу вверх. Мне кажется, разводка не самое функциональное упражнение. Люди никогда не делают так в жизни. Обычно это толкание. И толкание происходит в такой удобной позиции для сустава. Если вы жалуетесь на плечи, не делайте разводку, делайте нечто подобное. Жим. И это, кстати, помогает усилить апперкот. Там! Приобрел селфи-палку с дистанционным управлением. Включил? Выключил. Включил. Вроде работает. Разводы гантелей в стороны, сидя в полунаклоне. 10 по 10. С маленьким отдыхом между сериями. Гастюнинг бы сейчас сказал, нафига? Ну, в принципе, я также отношусь к подобному упражнению. Хочешь тренировать баланс? Тренируй баланс. Хочешь качать мышцы? Качайся. Нафига? Выключил. Включил. О, боги! Дайте мне мускулов! Хочу мускулов! Клиент спрашивает, как я к кинезису отношусь. Я говорю, нормально. Он говорит, купить? Я говорю, ну как бы зеркало хорошее, но дорогое. О-о-о. Ну да, бивочка. Ба-бам. Еще 5 подходов по 10 повторений с небольшой задержкой. Секундочку в конце. Эйк. И напоминаю, что 8 февраля онлайн-школа «Ультрафитнес» большой вебинар по позированию. Если вы собираетесь выступать, уже выступаете или думали начать, расскажу, как сделать это грамотно, правильно, комфортно и получать от выступлений удовольствие. Звонит жена, говорит, все, заканчивай, я уже это больше не могу, сгорело, валяется на пляже. Ну что, я, честно говоря, хотел бы еще добавить трицепс. 5 подходов разгибания у блока обратным хватом без отдыха по 10 раз. Ну, сделаю вечерком. Удачи, любви, добра, хорошего настроения. Спасибо, что смотрите нас. Вам всего-всего-всего!